Существует ряд заболеваний и состояний пациентов, при которых физиотерапевтические процедуры проводить не рекомендуется. Это такие заболевания, как новообразование злокачественное, системные заболевания крови, гипертоническая болезнь третьей стадии, выраженный атеросклероз сосудов головного мозга, также общее тяжелое состояние больного, лихорадочное состояние больного, это повышенная температура, общее тяжелое состояние больного, то есть недомогание, отсутствие времени, свободного времени, потому что физиопроцедуры, они должны, как правило, проводиться в спокойной обстановке, чтобы пациент никуда не торопился, ни о чем не волновался.